прямо из родителей. Привет, Григорий. Привет всем своим, кто меня знает. Привет древней римской Аттики. 3 века нашей эры, город Сьерра Пуэбла. Так он назывался древний. Рядом находится город Памуккале. Это так называемые хлопковые ванны Леопарды. Вот именно на этом месте, точнее вот тут, за моей спиной, работает я профессиональный актер. Чувствую небывалую гордость от того, что я посетил это место. Именно об этом месте мы когда-то говорили на лекциях по истории театра. О, я наконец-то вспомнил, как называется этот предмет. История театра. Привет всем театралам. Все, я бегу, меня ждут мои немецкие друзья, которые сегодня меня подвозят. Которые подвозят.